Все. Что, запись там идет? Нет. Я не понимаю. Мы снимаем! Хорошо. Всем здрасте, всем привет. Меня зовут Валер. Вы меня знаете, наверное. И сегодня мы будем отдыхать на ферме. Вон она. И мы там будем доить коров, там, свиней, садить все. Говёшки убирать будем. Погнали со мной. А, это зум, блин, а нафиг я его тянул? Ага. Что, у меня одна дырка в носу? Но это проблема, это будет аллергия по итогу. Так, на ферму, вперед. А, вот он! Пахнет навозом! Кайфую. Темнеет быстро, что-то прям бесит меня здесь. Только встал и уже... А что вы вообще куда смотрите? Вот так. Стоп! Глаза мне смотреть, на ножки они мои пялятся. Мне 5 сегодня. Что, погнали смотреть, что тут дальше есть. О май гад! Здесь огромные коровы. Не ори на меня. Я с города вообще, типа. Слышишь, а... У тебя есть сиськи? Это есть. Коров можно доить, и они будут давать молоко. Я вам покажу. Как взять ведро? А где я? Это типа был сон? Ё-моё, говорящая птица. Проснись, спящая голова. Чё-то ты замечтался насчет своей фермы. Ну-ка давай за работу. Здесь есть доска с заданиями для тебя. И давай поднимай свою ферму шаг за шагом. Подождите, в смысле? Я приехала отдыхать сюда, мистер Петух, а не работать. Я хочу гладить овцу, я не хочу тут ничего делать. День первый, это намек, что я тут больше, чем на день? Так, а, у меня тут работать, в смысле, тут задание. Отправься на поля и возьми с собой лопату. Копай. Награда Петух. Писец, ну и дела. Добро пожаловать в ваш дом. Типа, мой дом и задание понаписали, типа, там копай, петуха возьми. Я приехал отдыхать. Ого, здесь знаете что? Срочно. Новости. В Warface заехал новый сезон Биоген 12. В связи с этим всем срочно одеть кепочки, шапочки, взять винтовочки и ворваться. Так, потом разберешься, как ей пользоваться. И ворваться в новую PvP-мапу лаборатория в режиме Блиц. Там все просто. Одна тима плентит, другая диффузит. И все стараются друг другу мешать. Классика. И вся эта вакханалия из пули гранат происходит в атмосфере секретной лаборатории, где куча каких-то приборов с кнопочками, которые я бы потыкал. Одним словом, кайф. Выбирай себе спеца по душе и вперед в бой. Штурмовик, медик, инженер, снайпер, грустный. Детенсайда перекличка. А если тебе по душе больше ПВЕ замесы, очкошка, то для тебя тут найдется куча разного контента. Множество карт и режимов на любой вкус и цвет. А в новом Battle Pass куча новых скинов и девайсов в кислотном стиле лаборатории. Красота. Также завезли новый сезон рейтинговых матчей и новый сезон ПВЕ, за который вы тоже будете получать награды. У меня встал вопрос. Ты чё сидишь? Быстро надел шапку и вперед в новый сезон бесплатного шутера в Warface. А по ссылке в описании тебя ждут крутые подарки. Торопись. Жесть, как я вас обманул. Ядрить, колотить инвентарь какой-то. Все понятно, это лопата. Каша? Нет, это не каша, это, по-моему, земля. Приехал, блин, в деревню к бабушке. Но это какой-то ужас. Я работаю 2 дня без зарплаты. Двину лопатой вам. Засаживаем, короче, эту грядку нафиг. Пшеницей, похоже. Вот она. А я ее наелся. А вы как думали? Типа, ну, так добываются продукты вообще-то. Уже растет? Че, выкапываем? Это сорняки. Блядь, не понял, что? И что, она будет расти теперь? А, полить надо. Во, я голова умная. Пейте, пейте, растите овощи. Оно не ест. Я выполнил квест. Награда петушок. Мы его гладим и любим. Он вырастет и будет давать нам яйца. Где справочник? Чикины и чиксы. Они любят пить и есть. Ну, писец. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать. Как их поить-то? Все будет нормально. Смотрите, как зацвело. Но оно просит пить. Здесь капелька. Вы, может, не видите ее, но она есть. Ладно, сейчас покажу. Что разновитесь, скажете, не капелька, врун. Капелька, видите? Не врун. А что я врач? Хер его знает. Но это будет очень вкусно. Блин, оно подохло все. Как это вообще? Куда это вообще? Это что? Это просто трава в натуре? Это типа даже не кукуруза? Заткнись, птица! Ты меня бесишь, блин. Прошел, мне дали корзинку. Ура! Все, собирать урожай. Созрело, созрело. Ля, смотрите, зацвело. Кукуруза зацвела. Полная корзинка. А где все? Что еще от меня надо? Ага, выкопать новую яму. И так постоянно, типа, копай, сажай, копай, сажай? Это как будто какая-то тени толкает только от закладчиков и полицейских. Не, семян нет, кстати. Сверху опять показывают, типа, засади, мне нечем, мне все кончилось. Не мне засади, ты что несешь? Семена сюда.
магазин. Тут такая книга. Мне нужен мешок семян. Почему я работаю, вы просто смотрите. А жрать все вместе будем, да? То есть нормально вы устроились. Хер вам, а не кукурузка моя. Факи. Нет пальцев, короче. Кто там ноет? Петуха покормить, блядь, 3 дня не кормила петушка. Вперед, 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 вперед. Все нормально, он жив. Да, он хочет жрать. Он каждый день выпивает такой таз воды. Что-то здесь не густо, честно говоря. Одни вопросы у меня здесь. Прям как с алгеброй. То, что мы вырастили, можно не только есть, но и продавать. Бац, рубль. Бац, рубль. Бабки просто полились рекой. Ха-ха! Цифры ударили мне в голову. Простите. Я в натуре тупее в этой игре. Пустите газ. А, это не ноздря, слышите, это нос у меня грязный просто. Че не сказали? Морковки, а нет, что? А еще поле купить надо. Разрастаемся. Большие поля, большие бабки, делаем бизнес, ребятки. Пойдем покупать к столу. Это стол покупки. Да, я встал на него, потому что кто тут босс? Я босс, могу стоять на столе. Готово. Купить семена морковки, посадить морковку. Звучит просто, я в деле. Морковка стоит 6 рублей. У меня всего 6 рублей. Это все мои бабки, видите? Дайте денег. Так, надо, короче, вылавливать эту мелочь. Ага. А большие бы не сломать как. Так. Так. О, 2 сдохло! Нет! Что же я буду есть? Зоя? Ты куда так разбарабанилась? А ну давай уже. Либо я тебя захаваю, либо... Яйца к понедельнику, повторяю. Я заботливая фермерка. Хабать нечего ему, правда, ну ладно. Welcome to Rice Hills, motherfucker! Говна на лопате не хотите? What's going on? Бля, раздавил его только. Мерлин, ну ты, конечно, проказник. Это Мерлин. Это козел Мерлин. Или это лошадь. Или это овца. В общем, я жду, когда он вырастет, чтобы... отрезать ему яйца. Это где, спрашиваю еще раз. Тут не написано вообще, что типа яйца должны быть. То есть, а какой смысл от тебя вообще здесь? Иди говно убирай за овцой тогда. Не, ну вы, конечно, хорошо устроились, слышишь, животные. Мне какое вообще... О, яйцо! Извините, все, не бухчи, прощаю. Пойду продам. Новое жду в понедельник. Морковка. Ставьте мне уже ее в задницу. Это так, вслух. Вы посмотрите, кто у нас тут вырос. Пора стричь парнишку. Внимание, спидран по барану. По подстрижке барана. Не бойся, здесь ничего лишнего не отрежу. Оно тебе не надо. Прекрасно, я состриг идеально почти все. Тут на время было, если что. Не так уж и плохо выглядишь. Нормально тебя подстригли. Идеально подстриг. И награда корова. Сколько загон стоит? Я понял. Фермерство не мое.